Табакокурение на данный момент является одной из социально значимых проблем. Но еще большей социально значимой проблемой является пассивное курение. Пассивное курение по определению подразумевает собой непреднамеренное вдыхание табачного дыма, который исходит от окружающих курильщиков. Исследования, проводимые табачными компаниями, показывают, что в комнатах, замкнутых пространствах, таких как барах, на лестничных маршах, площадках, в общественном транспорте, концентрация канцерогенов, то есть веществ, приводящих к появлению раковых клеток в организме человека, гораздо выше. Соответственно, вдыхание дыма табака в закрытых помещениях является важной причиной развития онкозаболеваний. Также эта причина социально значимая причина тем, что непреднамеренно вдыхают табачный дым дети, когда у них курят родители. Люди, которые ездят в общественном транспорте, курит водитель. Часто с этим сталкиваются беременные женщины, когда даже просто идут по улице. Исследования табачных компаний показывают, что в некоторых случаях концентрация вредных веществ при пассивном курении гораздо выше, чем при активном. Поэтому следует вводить строгие законы по ограничению курения в общественных местах.